Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MBA4.ru. Если вы у нас заказываете на наших маркетплейсах фильтрующие элементы, на Озоне, на Яндекс.Маркете, на Валберисе, они должны к вам приходить в таком вот виде. Пупырчатая пленка и наш специальный фирменный скотч MBA4.ru. Это обязательное условие. Если к вам пришел фильтр, который вы заказали у нас, в нашем магазине, на Валберисе, на Озоне, на Яндекс.Маркете, пришел вам фильтр без нашего фирменного скотча, это значит, это не наш фильтр. Мы отгружаем только вот в таком вот варианте, и у нас это все контролируется, видеофиксация ведется и так далее. Это очень важный момент. Были просто пару случаев, это, наверное, один из 300, там, один из 400, когда человеку приходил фильтрующий элемент, который он заказывал у нас без нашего фирменного скотча. Как такое происходит? Ну, я думаю, что чисто логически себе размышлять. Например, если человек заказывает в Подмосковье, да, фильтрующий элемент C110 VIC. VIC, VIC, это распространенный фильтр, который есть на разных площадках, там разные, вернее, продавцы продают его. И, например, на складах в Подмосковье он есть в данный момент. Чтобы Wildberries, либо Озон там не перемещать фильтры, не тащить его через всю страну из Новосибирска, они просто продают со склада, который находится в Подмосковье. Такие случаи, ну, чрезвычайно редко происходят, но происходят. Что делать в таком случае? Во-первых, еще раз напомню, что если к вам пришел фильтр без нашего фирменного скотча, это не наш фильтр. Не мы его продали, потому что у нас всегда он скачивается обязательно вот таким вот образом. Проверяете, если все нормально, соответствует, то забираете, все пользуетесь, все нормально абсолютно. Если вы какие-то есть подозрения у вас там по составу фильтра, по его внешнему виду, просто делайте возврат сразу, пишите нам поддержку, и мы по этому поводу будем разбираться уже с Wildberries, с Озоном. Вот эти случаи, говорю еще раз, чрезвычайно редко происходят, но тем не менее, как бы они происходят. Мы отгружаем фильтрующие элементы напрямую с наших складов, мы работаем по ФБС, поэтому в любом случае это у нас не хранится, ни на Wildberries, ни на Озон, ни на Яндекс.Маркет, там отгружаем по факту. У нас в день там отгрузок 300 примерно. Вот каждое утро собирают ребята там 300 примерно отгрузок разных, в том числе и фильтрующие элементы с нашего склада, именно конкретно с нашего. Вот поэтому очень важный момент, учитывайте его. Еще раз напомню, заказали у нас фильтрующие элементы, воздушный, масляный, салонный, они должны прийти к вам вот так вот, в таком виде. Запомнили? Записали? Все, надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным. С вами Антон Воронков, и на канале MBA4.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Все наши маркетплейсы, все ссылки на них в описании к этому видео. Всем пока.